Ребятки, всем привет, с вами Александр, Дино Хантер. Продолжаем проходить, и у нас четвертый регион, серия луков. Ну, и давайте побежали разминаться. Два молодых синтераптора. Такое у нас задание, и награда почти 15 тысяч зеленых. Ой-ой-ой, какой прикольный, мне нравится. Синтераптор. Хорошо. Это у нас, по-моему, и следующий босс будет такого плана. Один. Лук стреляет у нас тихо. Соседний не агрится. До свидания. Так. Давайте подвинемся туда. Хотя, думаю, мы и так дострелим. Тут бы немножко увеличение не помешало. А так. Попал. Ха-ха. Ничего себе, какой метки. Промазал. Попал. Попал. Ха-ха. Разобрались с двумя синтерапторами. Так. Синрапторы. Блин, синрапторы. Но они большие, не знаю. Аллозавра напоминают. Так, так, что нам дальше предлагает? Пентацераптор. Да пентацератопс он должен быть, ё-моё. Я так и не погуглил. Все-таки пентацератопс, как по мне. Так, эти быстро шагающие существа. Так, вот один. Не тут-то было. Ха-ха, не убежишь. Куда, 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 куда летит стрела? Сквозь попу в сердце? Эх, в тело. Ну ладно, не беда. Вот так, и пару зорлов. А ну, по-моему, давно уже не стреляли пару зорлов. Или с лука мы вообще в них не стреляли. Так, у нас здесь есть синтацератопсы. Давайте начнем с него. А что значит закрыто? Я... Или я просто не могу в броню ему попасть. Интересно. Надо попробовать еще раз синтацератопса стрельнуть прямо в его корону. Неужели она такая непробиваемая? Так, только нам нужно найти событие. Еще одно, где будет пентацератопс. Пентацератопс. Так, а вроде все правильно. Пентацератопс. Да, это трицератопс. Ё-моё, я думаю, неужто ли. Так, а можно попробовать на трицератопсе? Бронирована ли у него голова? Да нет. Стрела прошла как родная. С одного выстрела. В легкое. Сквозь черепушку. Нет, все, да, попал куда надо. Это было три цератопса. Ну, ничего у них, не бронированная защита. Так, 4 старых драмеозавра. Так, ну драмеозавры это всегда весело. Всегда весело. Так, ну, к сожалению, да, на лук они не агрятся. Ух ты, так, он выдержал. Прикольно, иди с луку, с стрелой. На тебе. Так, куда попасть, ребята? Куда попасть? Ух ты, какая стрела, видели? Стрела как ежик.
Она не плоская. В ней много разных граней. Так, ну лук мы качнули уже полностью. То есть никаких там требований к нам не будут. Так, у нас каритозавры. Так, вот, кстати, есть... Это пентацератопс. Нет, это трицератопс. Нехорошо. Ладно, начнем с самого дальнего. Да ладно, ну в сердце же попал. Снова выжил. Убежал? Ничего себе. А ты куда побежал? Да отключись ты. Давай. Промазал. Не смейте от меня убегать. А, разбежались. Вот это я дал. Ну ладно. Первый раз у меня так все разбежались. Так, ну ладно. Ну, как-то лук уже, знаете, почему-то они какие-то бронированные, вот эти вот ребята. Так, начнем по традиции с самого дальнего. Да ладно, ну как это я мог промазать? И все, то есть он убежал, и я его не достану. Один готов. Ну а ты куда? Да не говорите, что там есть убежище. Ха, снова убежали. Ну как такое может быть? Так, нам предлагают использовать манок. Давайте используем манок. У меня еще оставался один манок. Странно, вот как-то взял, вот убежал за вот эти камни и все. Так, ну все-таки я хочу попытаться добить вот этого. Даже включу ПНВ. Вот так вот. Ой, трицератопс положен. Нам нужно отыграться. Все. Так, сколько шипов у стрелы? Штук 6 или даже 8. Last Empire Z. Знаем мы такую игру. Фу, неожиданно. Неожиданно у нас какие-то сложности появились с этим турниром. Так, серия луков. Сколько у нас осталось? Не сможем дострелять. У нас големимы остались. Остались големимчики. Так, ну я хочу пентацератопса. 4 штуки. Так, где еще? Вот. Смотрите, как замаскировались. В легкое. Давай. Лети. Тело. Да. Ну, зато с одной стрелы. Так, отлично. И пора идти нам на босса. Ну, что-то... Сила лука на каритозаврах меня разволновала. А, у нас випер. Вообще-то вайпер должен быть, то есть это отравленный. И это будет, наверное, синтораптор. Какой крутой. Так, ну чё,
Поехали. Будем без увеличения. Так. Вау, загрыз нас. Он шустрый. Он шустрый, ребята. А у нас энергия закончилась. Вот ты ж ё. Так, после вайпера у нас идет серия дробовиков. Давай. Yes. Так, последний я уже буду ждать, пока он прыгнет. Вот так он. Ха-ха. Прямо в сердце, ребят. Да, последний выстрел, если уже не успеваете, лучше не стрелять. Но это если он последний, конечно же. Да, мы знаем. Что такая вот лажа. Скриншотик. И идем продолжение. У нас серия дробовиков будет идти. Так, серию лука мы с вами закончили. По-моему, у нас последнее событие осталось. Три молодых Эдмонтонии. А, Эдмонтония, это у нас кто, бронированный? Гастония, да. В Гастония, но тот был тоже, наверное, ближайший родственник Эдмонтонии. Не так. Так. Тут нужно подуменьшить, ё-моё. Так, а тут нужно подувеличить. Давай. Готово. Слышите, а вы нормальные, а? Как мне вот это подбивать? Одна есть. Вторая есть. Ну, где она хочет к нам подойти? Ах, три, я думал, все-таки четвертый выдержит. Я бы подпустил поближе. Увы. О, помню эту волыну. Помните, ребят, как она валила? Ох, круто валила. Ну ладно. Как говорится, думаю, мы еще встретимся со всем этим оружием. Но немножко позже. Когда пройдем эту игру добрым путем. Можно будет потом уже поэкспериментировать со всевозможным оружием. Так, ну что, ребятки, тогда на этом у нас серия заканчивается. А что она мигает со знаком восклицания, если мы же не можем все равно сюда сходить? Да, не можем, конечно же. Ну, ребятки, тогда с луками мы прощаемся, но ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.